не хотел брать. Чтобы не видели его горя дочери, забирался купец на чердак своего еще недавно роскошного дома, плакал, молился. Горевало его сердце. То есть он был верующий, благочестивый купец, да? Хоть он и богатый был, но богатый, как правило, неверующий становится, жадный. Но этот был благочестивый купец. Он молился, плакал и переживал не о себе, а о своих дочерях, которые были, которых нужно было выдавать замуж. Горевало его сердце при мысли, что при этой нищете никто из его дочерей не выйдет замуж, будут коротать бедное нищенское существование. И, как это было в те времена, очень часто вступали на нищенскую, и вступали дочери на тропинку греха, то есть начинали жить грехом. Вот. Ну, если они ничего не умели, не работать, ничего, они жили в богатстве же до этого, да, они не умели работать, и, может быть, они пошли там воровать или еще что-то. И он переживал именно за своих детей. Слухом помнится земля, в Божьем храме святой Николай услышал, как две богомолки толковали между собой об этом купце, об его детях. Когда наступила ночь, святой Николай в тени забора подобрался к дому и бросил в окно этого дома, где жили эти девицы, узелок с золотом. Ведь мы помним, сам Николай был из богатой семьи, у него досталось наследство ему от родителей. Утром бывший купец обнаружил это золото. От радости он не задумался, откуда оно здесь взялось. Он жарко встал благодарить Господа и принялся хлопотать о свадьбе своей старшей дочери. После того, как прошла свадьба, наступил черед выдать среднюю дочь. Но вновь не было ни денег, ни приданного. И опять в той самой комнате купец нашел еще один мешочек золота. Тогда он призадумался и понял, что ему помогает какой-то очень милосердный человек. Но если он помог устроить жизнь двум старшим дочерям, то, конечно же, он поможет и младшей. Решил тогда купец подстеречь таинственного своего благодетеля. Он не смыкал глаз и сторожил несколько ночей. И вдруг он услышал, что кто-то пробирается. Быстро он зажег приготовленную свечу. На полу лежал узелок с деньгами. Он выбежал на улицу, схватил за край плаща уходившего незнакомого благодетеля. Вышла луна, осветила его лицо. И лицо это знали все жители Патары. Это был священник из городского храма Николай. Со слезами радости купец стал благодарить своего благодетеля. «Что? Что я могу сделать для тебя? Как я могу отблагодарить? Ты спас меня от нищеты, от позора спас меня, моих детей. Ты можешь меня отблагодарить тем, что никому об этом не расскажешь. Это будет твоя благодарность». Тем временем из Палестины вернулся дядя-епископ с рассказами о Святой Земле. Святой Николай загорелся мечтой побывать на Святой Земле. Он нанял корабль и пустился в плавание. Как ни старался кормчий. Кто такой кормчий? Полина. Кормчий. Кто? На корабле кто такой кормчий? Лера? Келина? Кто знает? Ну, у нас было на уроке. Кто такой кормчий? Помнишь, у нас здесь в дистанционном уроке? Кто? Капитан. Ну, капитан, он капитан. А кормчий это кормчий. Кормит, что ли? Не кормит, нет. Кормит боцман. Помогает, что ли? Ну, тот, который ведет корабль, который знает, где места, где мелкие места, где камни, где скалы. Нет, капитан, это вот он всеми заведует. А это как, ну, наверное, правая рука капитана, кормчий, который должен провести корабль по самым сложным местам, между скалами. Он знает дорогу по воде. Где нужно ехать в отлив, где в прилив, где камни, где какие-то там, может быть, если айсберги в холодных странах. То есть он знает путь, куда кораблю проплыть, он ориентируется. И чтобы не заблудиться и приплыть туда, куда надо. То есть это вот такой специалист, понимаете? И вот как кормчий не старался, ветер отнес корабль к Египту. Духовным взором святой угодник видел вошедшего на корабль дьявола.
Представляете? Вот, то есть он увидел, как дьявол зашел на корабль. Так дьявол что видит? Ну, да, святые видят. Святые видят бесов, святые видят дьявола в разных видах, но они им дано такое от Бога. Те, которые много молятся, и Господь им дает такой дар видеть. Он увидел, что зашел нечистый дух. Значит, неминуемо нужно было ждать беду. Святой Николай немедленно предупредил кормчего, что сейчас начнется страшная буря. Небо было безоблачным, но благочестивый кормчий поверил этому священнику и тотчас собрал все паруса, плотно закрыли все люки, накрепко привязали канатами все, что могло свалиться за борт. И только они закончили всю эту подготовительную работу, внезапно налетел ледяной ветер, вскипели волны и начали швырять корабль, словно скорлупку ореха. В мгновение ока корабль был то на гребне волны, то проваливался в водную ревущую бездну. Матросы были в ужасе, рыдали. Кормчий, переживший в своей жизни не одну бурю, был смертельно бледный, вцепился в руль и ждал гибели. Отец Николай, прерывая вой бури, вой бури, вскричали матросы к святому: «Помолись, а то не быть нам в живых!» «И вы молитесь со мной!» — крикнул им угодник, и в сердце своем взывал Господу. Никто, кроме него, не видел, как после того, как они крепко молились, черная тень шагнула с носа корабля и слилась со штормовыми тучами. Кто это вышел с корабля? Демон, дьявол, да? Вот. То есть нечистый дух. Вот здесь на картинке посмотрите. Вот он. Здесь так, художник изобразил. Вот это, что нечистый дух выходит. Ну вот здесь его изобразили в виде такого бесенка с хвостом. Мам, почему такой старый? Может быть, он и не такой именно был. Ну, так изображают. Это кто ставит? Правила иконописи. Что Николай Чудотворец здесь изображен, говорит, почему старый? Хотя мы читаем, что он еще молодой священник по тексту. Ну, художник, может быть, не совсем внимательно читал текст. Ведь текст написан одним человеком, а художники часто невнимательно читают текст и изображают. Даже вот в школьных учебниках иногда не совсем правильно там, или в детских книжках нарисуют. Не совсем так, как по тексту. Это, во-первых. А во-вторых, существуют очень четкие правила, как рисовать. Здесь, видите, по типу иконы нарисованы. Вот иконы также рисуют. Вот в храме у нас, увидите, вот если горы, то вот такие именно горы. Других не рисуют на иконах. Видите, вот такие горы. Вот море. А море, вот разве море так выглядит? Вот как будто вот тарелка с водой, да? Как лужа, какое же это море, океан, да, там, где тут буря? Но существуют правила, от которых они не могут отходить. Вот по правилам они так изображают. А дальше вы читаете текст в голове своей, представляете, море это море. Горы какие там, скалы, может быть. Бес тоже может быть не такой, в виде черной тени он вышел. Но художник его вот такой нарисовал. Вот, с хвостом, с такими длинными руками. Козел. На козла. Длинные похож. Руки. Да. Козел. Так. Сразу утихло волнение, унялся ветер, и в наступивших сумерках все увидели вдали мощный луч света. Это был фаросский маяк. Буря отогнала корабль к Александрии. Погрузив в Александрии воду и продукты для дальнейшего путешествия, корабль отплыл в Палестину. О, все запели. Пойдемте. Значит.